Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Зоймер, я друг Константина Ивлева, шефа «Всея Руси», с которым мы вместе создали бренд «Жги шефом». Это самые качественные, самые премиальные дрова и уголь, и многое другое, о котором вы можете узнать у нас на сайте жаримшефом.рф. Ну и, конечно, Денис. Со мной опять Денис, потому что мы с ним сегодня готовим очень-очень много для вас блюд. И не только сегодня, а мы будем готовить целых 3 дня. Он приехал ко мне в гости со Ставрополя. Денис у нас профессиональный шеф-повар. Сколько лет ты занимаешься, Денис, уже этим ремеслом? Лет 15-17, наверное. Раз... Это и было хобби. У меня изначально это было хобби, и оно переросло в профессиональную деятельность. Раз, Денис, ты профессиональный шеф-повар, тогда я тебе сегодня хочу предложить приготовить столь замечательную скумбрию. Скумбрия у нас свежая, мороженая. И готовить мы ее сегодня будем в фольге со специями, с маслом. И подавать будем под гарнировка. Будет у нас молодой картофель запеченный. Тоже в фольге. И молодой горошек зеленый. Горошек у нас свежемороженый. Да. Мы его будем... Что с ним будем делать? Ну, мы его ошпарим кипятком, в принципе, и подадим с зеленью и сливочным маслом. А потом мы его возьмем и будем стрелять по воробьям. Да? Потому что он может быть жесткий. Но если у Дениса не получится его приготовить мягеньким, я ему подскажу, как это сделать. Ну и, конечно, поможет фартук нашему Денису. Сегодня... В столь непростом задании приготовить скумбрию. Да? Начнем, Денис. Тогда по традиции я разжигаю наш уголь. Да. А ты подготавливаешь нашу рыбу. Да, конечно. Начнем. Расскажи, Денис, как наши угли себя ведут, как готовить на них, приятно тебе, нет. Просто же наши зрители не все нас смотрят, а вы, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube, в сообществе ВКонтакте. Ну и, конечно, на любимом сайте «Одноклассники», Денисовом сайте любимом. А сайт «Жги шефом» называется. Я думаю, что вы его там быстро найдете. Расскажи нашим зрителям, как тебе качество угля, жарко это или нет, вкусно. Качество угля стабильное, то есть открываем уже, получается, второй или третий мешок. Я уже не читал, но, короче, мы работаем уже на угле. Плотненько, уголь хороший, нет, опять же, я убеждаюсь еще раз, что нет пыли, нету какой-то трухи, нету лишнего, ничего. Жар стабильный, ровный, то есть он горит равномерно. Это очень хорошо, как бы, чтобы получить равномерно хорошо приготовленное блюдо. Более стабильное, и будем понимать, как с ним работать, с этим углем. Пыли нет вообще, а слова вообще. Да, да. Ну и Денис-то приехал к нам на машине, он уже загрузился, загрузил 20 мешков углей и 10 коробок дров, взял с собой, сказал, поеду удивлять в Ставрополе поваров, буду готовить в своем ресторане. Это да. Что ты будешь готовить, что вы готовите в своем ресторане? Да готовим у нас, в принципе, много чего, у нас как бы мангал, у нас банкет-холл, поэтому там уже в зависимости от того, что... захотят. Поэтому, наши друзья, гости. Если вы проживаете в Ставрополе, к Денису добро пожаловать в ресторан. Он вам приготовит на этих же углях, на этих же дровах наивкуснейшие блюда. Начнем. Добро пожаловать. Да, возьмем скумбрию нашу и выпотрошим изначально ее, подготовим. Сейчас мы ее маринуем, заворачиваем сначала в пергамент, а потом будем заворачивать в фольгу. Расскажи, пожалуйста, Денис, почему мы будем сначала заворачивать в пергамент, а потом в фольгу? Чтобы наш равномерно прожарился и не подгорел на фольге. Кто? Скумбрия, наша рыбка. Чтобы он не подгорел. Ну я же с Кавказа приехал. Кто? Скумбрия. Рыбка, кто? Рыбка. Скумбрия. Так, сейчас мы смешаем сливочное масло с соевым
соусом. И добавим это внутрь. Добавим еще немножко оливкового. Добавим розмарин. Добавим тимьян. И добавим дольки лимона. Сверху мы будем ее присаливать, перчить? Да, естественно, мы посолим, как бы сверху это естественно. Внутрь мы положили наше сливочное масло с соевым соусом, поперчили лимончик, розмарин и тимьян. Сейчас мы солим пергамент, это очень важный момент. Важнее момента сегодня быть не может вообще. Это чтобы, когда вы будете пробовать пергамент, он чтобы был соленоват, да? Итак, друзья, укладываем рыбу, качественно ее присаливаем, перчим. Понравились, да, тебе мои мельнички? Конечно, огонь. Зашли. Аккуратненько ее. Как будто отправляете посылку друзьям в другой город. Закрывайте ее, как Денис говорит, как конфету. Сейчас мы еще подготовим как раз одновременно с скумбрией нашу картошку и отправим ее тоже запекаться в наш мангал, очаг. Картошку мы накалываем желательно вилкой. Для того, чтобы она пропеклась у нас, была вкусная. Чтобы масло внутрь также при запекании проникло с травками, муравками. Так как угли замечательный, качественный жар, постоянный, ровный, то я думаю, что у нас минут 20, может 25 пройдет и будут готовы у нас... Рыбка наша. Но в духовке у нас получится сделать? Да, конечно. Эти все, то, что мы готовим, также можно всегда приготовить дома, в духовке, вообще без проблем. Единственное, в духовке будет это готовиться, ну, минут, может быть, 10, нужно будет накинуть сверху. Потому что если дать, наверное, больше температуру, то она из-за того, что жар будет вокруг, он быстрее как бы сгорит. А здесь мы будем контролировать уже. Мы можем контролировать жар непосредственно углями. А по вкусу разница будет в духовке или здесь, вот именно на углях? По вкусу, конечно, разница будет, потому что у нас угли замечательные, от них замечательный идет аромат. Ну, давай начнем с того, что просто с ароматом дыма, да, как бы угля, то есть костра, ну, не сравнится, в принципе. Она пища по-другому. Она вкуснее. Ну, и еще хочу, Денис, подметить, что у нас фасовка углей идет 3 килограмма. Уголь березовый, качественный, без пыли, без мусора. Розжиг не нужен. Разжигаем без розжига. С помощью горелки, либо кусочка дровяняки, которая бересты у нас видим. Горит. Либо, вот, да, у нас есть береста. Денис, наш уголь. Готов. 2 серебряных слитка. Готовы. Оцени мою работу, как я ее. Отлично. Нашу рыбу. Сделано все на отлично. Давай ложим решеточку. Это похоже на какую-то серебряную тыковку. Да. Или лучину. Итак, друзья, наша скумбрия готова. Скумбрию мы сегодня готовили на самых премиальных углях от бренда «Жги шефом». Готовили мы сегодня скумбрию с Денисом, с профессиональным шеф-поваром. Денис, давай пробовать нашу скумбрию. Картофель у нас тоже готов. На гарнир у нас картофель и молодой горошек. Что ты делал с горошком? Горошек мы обдали кипятком, 3 минуты ошпарили, потом слили, естественно, воду, добавили мелко рубленый укроп, петрушку, соевого соуса и сливочного масла. Перемешали, в принципе, и готов гарнир.
Пока Денис будет рассказывать вам, друзья, я начну пробовать. Ну, рассказывай. Да, очень, оно? Очень, очень вкусно. Пока без слов. Нежно. Пахнет обалденно. Нежнячина прям такая. Картошечка. Опа. Отличная картошка. Ну, а пока Денис, друзья, пробует, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять свои комментарии под видео. Ну и, конечно, нажимайте на колокольчик. Скумбрия получилась очень сочная, очень нежная, кайфовая. Горошек замечательный, нежный. Картошка у нас пропеклась. Угли просто бомбические. И, кстати, очень малая зольность. То есть они прогорают практически полностью. Так что очень хорошие угли, замечательные. Кто молодец? Конечно же, продукт от Жги Шефа. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока. Всем пока.